Опыт финского города Оулу в части развития умных технологий изучает Акимат Астаны. Сегодня столичный градоначальник встретился со своим финским коллегой, министром внешней торговли и развития Финляндии. В ходе этой встречи стороны презентовали проекты Smart City, Оулу и Астаны. По словам Исикешева, городская администрация сейчас изучает все технологии, которые могут помочь в городском хозяйстве. Строительство дорог, энергоэффективные материалы при строительстве здания, очистка воды и прочее. Гости рассказали о своих предложениях казахстанскому рынку. В их числе светодиодные решения нового поколения, производство модульных мини-домов из твердых бревен, инновационный центр по коммерциализации результатов исследований печатной электроники и оптических изменений.